Сезон для ивановского текстильщика завершился бронзой. Во вчерашней встрече с футбольным клубом «Долгопрудный» счет так и не был открыт. Итогом сезона для красно-черных стали 49 очков. Наш главный конкурент за второе место, команда «Псков 747», набрала столько же. Однако за счет лучшей разницы мячей в личных встречах между двумя командами псковский клуб оказался на одну строчку выше. Текстильщик же сохранил третье место, на котором постоянно пребывал в течение всей весенней стадии спортивного сезона. И второй год подряд завоевал бронзовые медали турнира. Следующий сезон стартует в середине июля.